Так, друзья, меня любезно пригласили на стенд нового игрока на рынке, или, так сказать, в лиге рыболовных алюминиевых катеров, компания «Алюма» из Ростова-на-Дону. И сейчас мы очень подробно расспросим ее владельца, основателя, вдохновителя и руководителя Дмитрия о том, что за катера он представляет сейчас. Мы будем в режиме вопрос-ответ, либо... Да нет, сами расскажите. Я как предупредил, что в рыболовных лодках не очень понимаю, поэтому все вам. Хорошо. Добрый день, уважаемые... Как канал называется? Кормщик ТВ. Кормщик ТВ, да? Зрители, да, Кормщика ТВ. Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала Кормщик ТВ. Мы представляем на данной выставке лодку Alluma Fish 4.7 и лодку Alluma Fish 5.1. Отличительная черта наших лодок... наша фишка, наша концепция, то что мы продаем лодки полностью в 100% комплектации. То есть, покупая нашу продукцию, вам не нужно будет дотачивать ее в гараже, что-то доделывать, все сделано в заводских условиях, полностью установлена вся проводка уже внутри, под аккумуляторы, под аэраторы, и установлены все необходимые вещи. Поэтому, приобретая нашу продукцию, вы можете на нее устанавливать двигатель и эксплуатировать ее сразу. Более того, вся отделка, вся фурнитура, все комплектующие здесь – это продукция высокого качества, которую мы напрямую покупаем из завода в Италии. Здесь нет ничего такого, что развалится через год, через два. Корпуса покрыты краской хемпель, дно полностью, корпус запенен двухкомпонентным полиуретаном марки BASF. Ну и здесь на самом деле можно много-много-много рассказывать, какие там еще фиши, которые мы здесь постарались учесть, но я думаю, мы это делаем в другом обзоре. Что хотелось бы рассказать про эти катера. Когда возникла идея производить катера, мы очень внимательно проанализировали отечественный рынок производителей и европейский рынок. Значит, поэтому вот лодка в полной комплектации с отделкой, вот, стеклом триплекс, с большим количеством рундуков, с запененным корпусом, с окраской, со всеми вот, постами, совсем-совсем-совсем, стоит 580 тысяч. Пожалуйста, приходите на наш стенд, все покажем, все расскажем, будем рады видеть вас в лице наших заказчиков. Спасибо. Спасибо. Еще, хорош. Вот неожиданное решение. Риб длиной 4 метра с вот таким мотором. Привет, Владимир. Привет, Михаил. Да. Вы заняли много места достойными аппаратами. О чем-то конкретно хотите рассказать? Потому что к вашей компании всегда внимание повышено, поскольку вы среди передовиков нашего водномоторного дела. Я сейчас исчезну из кадра, а вы показывайте, рассказывайте. Хорошо. Все сниму, все покажу зрителям. Хорошо. Ладно, давайте посмотрим. Так, ну в этом году, друзья, мы выставились достаточно большим павильоном, достаточно большой площадью, 140 квадратных метров. И один из стендов у нас посвящен бренду Honda, квадроциклы, лодочные моторы, практически весь модельный ряд до 225 лошадиных сил, технология FTEC. На этом стенде представлена новинка рыболовных лодок, это компания Berkut серия M Fisher с измененной палубой, то, о чем сделаем чуть-чуть попозже, наверное, обзор. Здесь представлена лодка для покатушек, заряженных в Honda, Honda 90 установлен. Рыбопоисковое оборудование. Большой стенд у нас посвящен
нашему основному профилю в текущий момент это катерам. И мы представили, как, наверное, достаточно мощный дилер, бренд «Волжанка». На стенде площадью 90 квадратных метров размещено 6 катеров, 6 корпусов. Модель от популярной самой 46-я «Волжанка» до 54-й. Это то, что профессиональная спортивная рыбалка используется. Практически все комплекты заряжены электромоторами, рыбопоисковым оборудованием. На некоторых моделях установлен автопилот компании «Лоуренс». Можно посмотреть, попробовать, на дисплее посмотреть, как все это работает. Здесь у нас установлена на модели «Легенда 53» «Хеликс». Извиняюсь, наврал, «Соликс» 12-дюймовый, который у нас покупатель приобрел в связке с электромотором «Минкот». То есть комплект «Моторгайд» «Лоуренс» 12-й карбон и «Минкота» с «Соликсом» 12-м. Недешевое удовольствие, но очень желанное. Недешевое, но как раз есть смысл посмотреть, прийти сюда, пообщаться. То есть мы всегда будем рады вас видеть здесь. Ну и хотелось бы показать, на этой выставке будет работать наш интересно собранный стенд. На этом стенде представлены основные игроки рынка рыбопоискового оборудования. Это Garmin 10-дюймовый, Lawrence 12-ка, Lorik Carbon 9-ка и Raymarine Axiom модели 9 дюймов. Также на стенде представлен Sonic Hub, это аудиоподготовка для вашей лодки. Установлен электромотор, вся система собрана. Мы можем рассказать, как все это подключается, что такое шина Enmea 2000, вплоть до зарядок аккумуляторных батарей для электромотора. Ну и новинки лодок, да, если ну есть. И, наверное, самая как это, огненная новинка, самая популярная и интересная модель, которая сейчас есть на текущий момент, только что из сварочного цеха, наверное, компании «Волжанка», модель 5.0 Fish Pro. То есть это в таком интересном спортивном дизайне, камуфляж разноцветный, 5 метров длина, 2.16 ширина, максимальный мотор 115 лошадиных сил, соответственно, рыболовная компоновка, аэратор, отличная скорость, круизная и максимальная. Ну и, в общем-то, очень приятная цена для такого размера. Ну, вы так похвалили свой стенд, что у меня есть риск быть обвиненным в ангажированности. Нет. В проплаченности этого репортажа. Друзья, я показываю выставку и лучших экспонентов на мой вкус. Друзья, Михаил не является адептом компании «Прокат10.ру». У нас чисто партнерские взаимоотношения, и мы всегда рады видеть его на нашем стенде и в нашей компании. Одно дело делаем. Да. Спасибо. Все. Спасибо. Удачи. Счастливо. Пока. Привет, Самир. Приветствую. 100 лет 100 зим. Да. Товарищи, Самир – это тот человек, который снабдил меня моим Silver Eagle, моим помором. Вот. Я не мог пройти на выставке мимо него. С чем вы здесь сегодня? С чем интересным? Так, ну, во-первых, у нас новый катер Silver Pro 585 Fish. Скажем так, новинка этого сезона. Очень интересная лодка получилась. Очень интересная по цене, по стандартному оборудованию. То есть такой хороший фишинговый катер. Вот, значит, поподробнее давайте пройдем туда подальше. Так, ну у нас тут ажиотаж. Вот. Тогда отсюда начнем. Значит, мы получили отличную фиш-платформу с лайвелом на 110 литров. У нас масса в носовой части рундуков. Все рундуки с комиксами достаточно большого объема. Стоит отметить закаленное стекло Галамарин. В основном все пластик ставят, у нас значит стекло. Далее вот наконец-то освободилось место. Катер очень интересный получился, значит, повышенной прочности и консоли. Ну, соответственно, раскладные сиденья, под ними все рундуки. Отсеков для хранения очень много. Вот боковые, значит, боковые полки, значит, под спиннинги 2,7 длиной. Значит, по центру мы имеем большой, опять же, рундук, тоже сухой. Сейчас покажу садок. Вот садок. Большой, 110 литров, вполне. Осталось рыбу такого размера найти. Так, ну, соответственно,
очень понравилось сидение. На амортизаторах гасит все волнение. Плюс слайдер, значит, двигается вперед-назад и в поворот. То есть очень здорово. Именно вот когда на большой скорости идешь, все гасит. Перчаточный ящик вместительный. Консоль можно несколько самых больших эхолотов разместить. Но 12 дюймов встанет. 12 вообще не вопрос. 16? И 16 станет. И даже рядышком может быть еще один. То есть надо смотреть, но места объективно очень много. Ну и традиционно есть в носу место для установки рыбопоискового. Да, ну, да. МФД скорее. Да, диагональ, значит, отверстие 40 сантиметров. То есть можно вставить тоже большой дисплей вполне. Запуск. Значит, в базе еще дополнительные штатные места под сиденья. А то, что вы говорили, привлекательно по цене. Ну, что это? Допустим, вот комплектное предложение, да, пакетное предложение. Вот этот катер плюс мотор 115 Pro XS обойдется в 1 400 000. Добрый. Меня зовут Русяев Максим. Рыболов на птичке, рыбалка шоп, многие нас знают. Мы сделали себе катер, вот катер новенький, именно для себя, для соревнований. Просто наше такое вот изобретение. Сильнейший катер, длина 7 метров. Ну, а визуально вы сами все видите. Все характеристики этого катера, скажу так, что ходить я буду точно под мотором Yamaha 250 сил. Скорость буду развивать при максимальном 100 километров плюс, ну это вот, да, плюс я буду ходить, она очень мореходная, волну будет хорошо держать, то что здоровье это важно, потому что многие американские катера при хорошей длине, при большой ширине просто отбивают себе всю спину. Вот, а так вот, пожалуйста, поснимайте, здесь мы много рундучков. Где, когда? Продажа? Ожидать продажи уже в этом году, старт уже, все, можно купить. Кстати, катер будет представлен на Рыбалка Шоп, мы будем дилерами этого катера, будем также продавать эти катера, все рассказывать, про них показывать. Ну и хотя бы примерная, примерная цена у катера, просто зависит от комплектации, 2+. 2+. 2+, однозначно. Ну, это вот. Лига пала. Да, пал. Можете сбоку снять. Это катер сделан специально для пала. Здесь длина высчитана, четко длина 7 метров, без 5 сантиметров, чтобы не придрались. Понятно. Все, ну, четко. Про поперечный габарит не спрашиваю, транспортабельно. Конечно, я его на своей машине еду, я его даже в зеркала не вижу. Предыдущий у меня торчал так, что приходилось голову высовывать. Понятно. А вот паловцы, кстати, вот уже паловцы здесь ходят, облиц. Вот, пожалуйста, Василий Васильевич. Вот он, легенда, турбодед. Да, это легенда пала. Ребята из Ижевска. Вот. Дальше, ну, много здесь уже так побывало. Так а где все-таки эта лодка делается территориально? Подмосковье. Подмосковье. Да, это лодка в Подмосковье. Это за качество огонь. Огонь, просто огонь. Ну, спасибо. Как раз ищу всех. Масса рундуков, как и положено. Амортизирующая стойка кресла. Видно плохо, но зато подсветка очень стильная. 9600, короче, да. А это, короче, по-моему. Консоль большая, большая. Что хочешь, можно поставить. Конечно, можно. Даже, наверное, 12 дюймов. Короче, ты можешь по номеру телефона скинуть. Остекление плексиглас. Чтобы отложили, да? Ты, короче, это. Рыболовная огромная, надо сказать. На рынке после. Но лодка, судя по всему, в габарите. Ну что ж, друзья мои, закончился обзор выставки. Высказались желающие продавцы и производители. Ну а теперь вам решать. Выставка пока идет. Можете ее посетить. Можете ограничиться просмотром этого кино. И встретимся на Boscov Boat Show. Пока! We'll be right back.